Человеческий характер складывается из разных качеств, и у каждого из нас есть свои сильные стороны. Этот тест призван помочь вам обнаружить свои скрытые сильные стороны, анализируя выбранные вами образы. Пройти его очень просто. Внимательно посмотрите на изображение, какое животное притягивает ваш взгляд. Доверьтесь своей интуиции и выбирайте. У вас есть 10 секунд. Если вы выбрали льва, то ваша скрытая сила в упорстве. Упорство – это способность продолжать работу над чем-то, даже когда оно кажется сложным или невозможным. Люди, обладающие этой чертой, могут достигать значительных результатов, так как они не сдаются на полпути. Вы не бросаете начатое дело до самого конца, не сдаетесь при первом же неудачном результате, а продолжаете искать пути достижения своей цели. Вы умеете вдохновлять себя и других на успех и продолжать борьбу, когда кажется, что больше нет сил. Упрямство дает вам уверенность и самоуважение, так как люди, обладающие этой чертой, обычно ценят свое время и усилия и не тратят их напрасно. Если вы выбрали тигра, то ваша скрытая сила в эмпатии. Эмпатия – это способность понимать и сочувствовать чувствам и нуждам других людей. Люди, обладающие этой чертой, обычно лучше устанавливают отношения с другими людьми. Вы всегда готовы выслушать других и понять их точку зрения. Ваше внимание к деталям ситуации позволяет вам чувствовать эмоции других людей. Вы часто находите правильные слова для поддержки и просто для того, чтобы убедить других, что вы их понимаете. Вы обладаете терпением и способны быть терпимым к людям, не согласным с вашей точкой зрения. Вы никогда не будете настаивать на своем мнении и предпочтете спокойно объяснить, почему вы думаете именно так. Если вы выбрали волка, то ваша скрытая сила в открытости. Открытость – это способность быть открытым для новых идей и опыта. Люди, обладающие этой чертой, обычно лучше адаптируются к изменяющимся ситуациям и могут иметь большую творческую свободу в своих делах. Вы отлично понимаете чувства и настроение окружающих людей. Вы часто проявляете заботу и сострадание к людям. Вы понимаете не только их чувства, но и потребности. Вы обладаете способностью легко находить общий язык и создавать теплую атмосферу в коллективе, склонны избегать конфликтов и искать компромиссы в каждой ситуации. Очень чутко воспринимаете мелочи и детали в общении с людьми. Хорошо разбираетесь в эмоциональных состояниях и знаете, как справляться с ними как у себя, так и у других людей. Дорогие друзья, не забывайте делиться своими результатами в комментариях. Мне важно знать, какую картинку в этом тесте выбрали вы и совпал ли результат с тем, что есть на самом деле. Также не забудьте поддержать канал лайком и подпиской. Ну а у меня на сегодня все. Желаю всем удачи, пусть у вас все всегда будет хорошо. Пока-пока.